Привет всем. Еще покажу одну достопримечательность нашей базы. Телевизионная комната. Сейчас. Специально. Так, телевизионная комната. Специально для просмотра. Для просмотра жителями базы телевизора. Курить нельзя. Пожалуйста, мусорочки есть, тепло. Ну, тут эта аппаратура вся. Здесь книжечки можно взять, почитать. Вот. Тоже мусорочка. Все чистенько. Все убирается, прибирается. Кстати, убирается также. Покажу в душевой, там все чисто. Убирается там, ну, расписание висит по часам все, потому что душевая как бы общая. Камера есть, ничего не пропадет. Вот тут столик, такие даже диванчики. Кожа натуральная, итальянская. Вот обогреватели стоят. Вот, собственно, так садишься, опа, смотришь. Телевизор. Хочешь сериалы, хочешь какие-то другие программы. Ну, так вот все. Тоже скромненько, но чистенько и порядочно. Вот. Такое замечательно. Места хватит всем. Ну, как-то людей не очень много на базе. Интернет есть 4G, так что как бы, ну, собираются иной раз, но не так много и не так часто. Вот. Вот так. Приходите в гости. Душевая. Так, здесь обогреватель. Здесь две стиральных машины автомата стоят. Две раковины, зеркальце. Водонагреватель. Вот это как бы в прихожей получается. Здесь. Тут тоже какие-то водонагреватели. Здесь водонагреватель. Здесь. Бочонок такой. И такие вот душевые кабины. Нормально, как бы все чистенько. Все опрятненько. Три с этой стороны, три с этой. Замечательно все. На полу тоже такие вот коврики резиновые. Все отлично. Пока свободно, нет никого. Засыпал стирочку. Маленечко надо постираться. Все так, все скромненько и практично. В общем, заходите в гости.